Привет. Салют, командир. Чем могу помочь? Это ты. Я слышал о тебе. Ты пытаешься возродить Орден Рыцарей Девяти, так? Меня зовут Кородус Ахалин. Как и ты, я служу Девяти. Служу Зенитару. Я пришел сюда в поисках его булавы. Однако я не смог пройти испытание. Я просто... Я не крестоносец. Но это не значит, что я не могу служить Зенитару. После недавних атак я взялся защищать часовню. Я неплохо владею мечом и всем сердцем буду служить Девяти, чем только смогу. Из первоначальных божеств Зенитар считается самым близким к миру смертных. Некоторые легенды гласят, что Зенитар тесно связан с Кинарет. Эта идея поддерживается тем, как взаимодействуют два царства этих богов. Ремесленники, почитающие Зенитара, могут с выгодой для себя создавать нечто из материалов, принадлежащих миру природы Кинарет. Эти двое сосуществуют в гармонии. Мир природы дает материал для мастеровых. Нельзя почитать Зенитара, не признавая власти Кинарет. Как говорят легенды, когда пеленал Вайтстрейк был повержен Айлейдами, в поселок людей Леовин явился гонец и принес булаву как послание. Веками позже мастер-ремесленник святой Каладос, отдавая дань этой легенде, построил часовню Зенитара в Леовине. Когда святой Каладос был погребен, тех, кто молился Зенитару в его гробнице, стали посещать видения булавы крестоносца. Как говорят легенды, когда пеленал Вайтстрейк был повержен Алейдами, в поселок людей Леявин явился гонец и принес булаву как послание. Веками позже мастер-ремесленник святой Каладос, отдавая дань этой легенде, построил часовню Зенитара в Леявине. Когда святой Каладос был погребен, тех, кто молился Зенитару в его гробнице, стали посещать видение булавы крестоносца. Из первоначальных божеств Зенитар считается самым близким к миру смерть. Некоторые легенды гласят, что Зенитар тесно связан с Кинарет. Эта идея поддерживается тем, как взаимодействуют два царства этих богов. Ремесленники, почитающие Зенитара, могут с выгодой для себя создавать нечто из материалов, принадлежащих миру природы Кинарет. Эти двое сосуществуют в гармонии. Мир природы дает материал для мастеровых. Нельзя почитать Зенитара, не признавая власти Кинарет. Он не похож на обычных самопровозглашенных святых. Возможно, он говорит правду, и нападение на часовню Дебеллы — это только начало атаки на самую церковь. И тебе всего наилучшего. Должен признать, твое рвение меня заинтересовало. Многие пытались отыскать булаву и потерпели неудачу. Почему ты думаешь, что у тебя получится? Как говорят легенды, когда пеленал Вайтстрейк был повержен Айлейдами, в поселок людей Леявин явился гонец и принес булаву как послание. Веками позже мастер-ремесленник, святой Каладос, отдавая дань этой легенде, построил часовню Зенитара в Леявине. Когда святой Каладос был погребен, тех, кто молился Зенитару в его гробнице, стали посещать видение булавы крестоносца. Теперь, когда компании «Черный лес» больше нет,
Новый мастер сможет вернуть гильдии бойцов ее былую славу. Конечно, на это потребуется время. До свидания. Приветствую. Ты в курсе? Графиню ограбили. Кто-то украл ее фамильное кольцо. Ака.
Я вижу в тебе задатки великого героя. Наши жизни спасены. Мы все в долгу перед тобой. Прощай, компания «Черный лес». Удачи, гильдия бойцов. Я не могу в это поверить. Мы выжили. Милостью девяти мы выжили. Твои заслуги огромны, сэр рыцарь. Твоей волей и волей девяти часовня Зенитара выстояла против этого богохульника. Сэр, я вручаю тебе мой меч. Я желаю присоединиться к тебе. Хочу способствовать восстановлению ордена рыцарей девяти и победе над этим уморилом. Я могу лишь надеяться, что моя отвага и мужество под стать твоим. Это честь служить под твоим началом. Позволь мне подобрать более подходящее снаряжение. Я скоро вернусь. Я был уверен, что нас ждет та же судьба, что и наших товарищей в Анвиле. Спасибо, сэр рыцарь. Мы в долгу перед тобой. Некогда я был жрецом храма трибунала в Крагенмуре. После краха я некоторое время оставался без работы, а затем устроился в эту часовню. Меня очень волнует проблема нищих, и это гильдия воров. Я бы хотел, чтобы девять божеств проявили милосердие и помогли бедным, как это делал храм. Мне бы хотелось увидеть божественное воплощение Катоша. Только представить, на алтаре самого храма единого. И тебе всего наилучшего. Я слушаю. Пожалуйста, продолжай. Это симпатичный городок, и все здесь очень дружелюбны. За исключением, может, некоторых каджитов и аргниан, раздосадованных из-за Транснибина. Мне кажется неправильным то, как эта земля была отнята у Эльсвейра. Арганиане боятся, что подобное может произойти и с ними. Ты в курсе? Графиню ограбили. Кто-то украл ее фамильное кольцо. Еще увидимся. Не могу поверить. У тебя булава. Эти ужасные Дейдра повержены. Я была не права, сомневаясь в тебе. Прошу простить меня. Здесь ты можешь рассчитывать на исцеление ран и покой для твоей измученной души. В часовне найдут утешение все, кто в нем нуждается. Мне бы хотелось увидеть божественное воплощение Акатоша. Только представить на алтаре самого храма Единого. Еще увидимся. Я прошу всего лишь одну монетку. Я слушаю. Пожалуйста, продолжай. Доспехи, оружие. У меня есть все.
Чем я могу помочь тебе? До свидания. Дорогой друг. Сэр рыцарь, слава Аркею, ты здесь. У меня ужасные новости. Сэр Родерик, думаю, он мертв. Благородный рыцарь, как и ты, ищущий реликвии по велению пророка. Я был его оруженосцем. Я верил, что он избран богами, дабы найти их. Поначалу все шло хорошо. Он вознес молитвы у всех алтарей и получил видение. Тревожное видение. Тень сэра Берика говорила со мной. Вот что он сказал. Мы должны упокоить его. Мы стали колесить по Коловии. Он у всех справлялся о старинной благородной семье Влиндрелов. Наконец он нашел то, что искал. Мы отправились в пещеру Андерпал. И там... Он пал. Он сказал, что могила сэра Берика находится в пещере Андерпал. На самом деле это вовсе не пещера, а погребенная крепость. Он узнал, что сэр Берик был некогда странствующим рыцарем, как мы. Он нашел поножи и меч крестоносца, но затем душа его обратилась ко злу. Сэр Родерик надеялся найти реликвии в могиле сэра Берика. И нашел. Но мы также обнаружили ужасного стража, призрак лорда Влиндрела, сэра Берика. Да, милорд, и я принес тебе. Сэр Родерик велел мне взять их, поножи, святую реликвию. Они твои. Призрак. Он обернул его против сэра Родерика. Не знаю, как зло может использовать святое оружие, но он смог. Он закричал, когда ударил. Прошу прощения. Я помню, как сэр Родерик говорил что-то о мече, прежде чем мы отправились в пещеру Андерпал. Это может быть важно. Он был обеспокоен тем, что меч мог быть обращен во зло. Вероятно, его можно вновь осветить на алтаре его создателя, бога Аркея. Это все, что я помню. Надеюсь, это поможет. Спасибо, сэр рыцарь. С твоего позволения, могу я попросить о милости? Хотя и знаю, что недостоин. Не примешь ли меня в рыцари девяти? Я хочу отдать всего себя искоренению зла в этом мире. Это мой долг перед сэром Родериком. Спасибо. То есть, спасибо, сэр рыцарь. Я не подведу. Дай мне минутку, чтобы подыскать вооружение. И сопровожу тебя в пещеру Андерпал, чтобы уничтожить гнусного призрака.